Всем привет, с вами Дмитрий Имбу. Сегодня, как обычно, фуллкатка по Героям 3. Ну, если вы почему-то пропустили мой стрим, поэтому я предлагаю вам посмотреть его в повторе. Здесь я торговался, хотел взять циту, но с большим откатом. Но на самом деле за адекватные цены мне противник продал касл. Соответственно, когда берешь касл, всегда хочешь играть вархов. Но рез был очень интересный, и он предполагал игру либо вархов, но с поздним выходом, либо игру через удок, но с более-менее каким-никаким темпованием, да? Ну, опять же, с поправкой на то, что это касл, и как касл темпует. Ну, а какое решение я принял и какую тактику на игру решил применить, увидите в этом ролике. Приятного просмотра. Денег еще есть, просто заебись. Надеюсь, сейчас тоже будет и куча денег, и портал, и конца, и домашнего топа, и разъебем нахуй на архах. Хороший разгон, арбов не подвезли. Но неплохой разгон дали. Ой-ой-ой. А чё по денежке, блядь? 600, хуёво. Пиздец. Балик я отдал, бля, балик забыл отдать. Ладно, пока он пока не нужен. Внешний рынок очень хорошо. Да и 4 единички, ну можно было дать. Да еще выдадим, не проблема. Ох, ебать, тут золотишко припрятано хорошо. А, у него тоже стрелка. Ой, шахта, бля, нужна. Нужна мне эта шахта, сука. 17 ебаных арбов. Как мне, блядь, эту шахту бить? Видите, не дотягиваюсь. Могу рынок пробить. И чуть-чуть потрейдиться, и хватит на фул разбежку. Но это, конечно, больно, а хули делать, да? Зато на фул разбежку хватит. Или не хватит. Но мне по-любому надо еще на одного хотя бы. А лучше на двух. Ой, Айнея, умничка. С денежкой. Так, что-то пособирать может, да, здесь? У меня, ну, я обязан вот эти трейды делать. Потому что мне нужна фул разбежка. Я же думаю, вы понимаете, да, для чего? Чтобы экономику сделать как надо. Но это надо будет брать на следующий день. Бля, же разогнать не могу. Так, здесь налево он идет. Здесь у меня кто-то нырнет. Это наверх поехало. Ну, направо-вниз надо ехать, да? Можно вот этих скупить. Но опять это трейдится. Не могу трейдиться. Давай просто так поеду. Вот так давай.
Неплохо. Но мне первоочередно вот это и замок надо красить. Замок мы вот так будем красить. Вот это забираю. Это все едет красить замок справа. На второй атаке, в принципе, должен. Главное дотянуться. Вот, кстати, арбалетчики еще, да, арбы, которые нас интересуют. И еще одни. Так, слушай, ну походу дотягиваюсь. А-а-а, сука! Ладно, на следующий ход покрашу. Обидно, чуть-чуть. Пятихаточки не досчитался. Чуть-чуть, хотя даже ничего не брал. Ну, без разгона, да, я его. Я Валю разогнал, надо было его разгонять. Ублюдка. Ладно. Это покрашу, это буду вывозить. Вот это буду вывозить. И, скорее всего, буду вывозить. И Вали начну, наверное, вот отсюда. Ну, или сразу нырнуть. Ну, сейчас посмотрим. Мне все равно войска надо вытаскивать отсюда. Вот так, отдаю. Ну, нормально, тут как бы мне в экономику важно сейчас сыграть. Ебать, конюшни положили, я понял, спасибо. Мне важно сейчас в экономику сыграть. Валю, наверное, надо сажать все-таки. Надо было их поделить, да, наверное. Да вы угораете, блядь, что ли? Вы что, нахуй, угораете? Два замка, до двух замков, видите, как не добежал? Это что, прикол какой-то, блядь? Просто до двух замков не добежал. Вот какой-то хуйнюшки, блядь. Ну ладно, нормально. Мне главное, чтобы на этом респе хоть можно было архов поставить. Потому что, смотрите, он супер компактный. Он просто пиздец какой маленький. И вот это может быть проблема. Это может быть реально проблема. Слушай, ну целька вообще б сюда поехал бы. Вытащил вот эту хуйнюшку. А этой бы вывез, да? Сколько тут мувов? А этой бы вывез. А, удачи. И хочется куда-то разведку дать, а никуда не дашь разведку. Здесь надо кого-то ставить, вот это все вывозить. И мне надо будет начинать, может, с погоста, и потом сюда ехать, фармить чисто валей вот эти все склепы. Чисто фармить склепы. И давать разведки, искать портал, искать начало игры, выстраивать экономику. Но я не вижу других вариантов, как бы только так, да? Вот, вот так возьми, где отсюда сюда, да? До нижнего тяжело будет доехать.
1600. Сот, ну еще туда-сюда под шаг, где-то здесь. Здесь куча золота. Двадцать сорок девять. Ну, еще мана есть, да? Еще балик есть. Что-нибудь полезное, пожалуйста. Ну, наверное, блядь. Наверное, на следующий ход я это возьму. Просто сейчас как бы как будто это не вытаскиваю. Представляете, сюда еще остается 500. Это вот куда-то сюда я вытаскиваю, да? Ну, подожди, если сюда я вытаскиваю, это сюда. 1200. 900 мувов. Отсюда 900 мувов. Слушай, ровно. Слушай, ну более-менее полезное. Так, только я ошибся. Да, нихуя не ровно. Ну ладно, этого все равно достаточно. Минус мораль, да? Но мне все равно нужен еще какой-то саппорт здесь. Я, наверное, вот так поставлю. Хотя нахуй. Сейчас, я думаю. Статы поехали. Ну, мне консы нужны, бля. Мне какие-то консы, какие-то порталы. Это пиздец, я хочу в архангелов тут поиграть. А не вот это вот все, блядь. Вот так, да? Бля, тут был этот самый у меня. Немножко плохо. Ну, могу, ладно, на следующий день загрейдить. В принципе, оно мне сейчас не горит, да. Мне просто вот сейчас хочется вот это сделать. А на следующий ход я тогда подзагрейжу. Так, надо вспомнить. Вспомнить расстановку. Тут же не меняли или меняли? Так.
Что-то я запоздал сегодня. Ну ничего. Старайся поудобнее, эта игра будет. Скорее всего, не быстрая. Потому что планируется Вархов. Потому что тут как бы типа особо нихуя нету на респе. Да тут и архов-то нету на респе. Тут надо что-то, блядь, выдумывать, придумывать. Сейчас будем смотреть, искать. Какие-то консы, что-то нужно. Я много не хочу, мне просто хотя бы один портал положи. И хотя бы одну консу. Будет вообще охуенно. Мне многое не надо. Хотя бы 5 архов на выходе. Ну, конечно, этого мало. Ну, что делать, да? Посмотрим. Есть портал? Пока не видно. Пока ничего не видно. Ну, только начали по респу бегать, на самом деле, тут. О, выстрелы кончились, бля. Я что-то, блядь, с этими выстрелами нихуя себя завтыкал. Вау. Выстрелы кончились, прикиньте, ебать, сейчас. Можно было тут тухнуть. Можно было тут тухейшн, блядь, сделать. Ладно, нормально. Экономику выстраиваем. Бабки не проблема. Там статы поехали, но это обычное дело. Бля. Представьте, сейчас здесь консу или портал найдем. Ебать это вывозить, ёбнешься. Это ж просто ёбнешься вывозить. Ну, пока нихуя нет. Как будто, блядь, будем, не знаю, что, с одной зефой, блядь, бить все это. Сука. Не нравится мне это. Ладно, сейчас посмотрим. А-а-а, нихуя нету. Ну, улики есть, бля. Надо ангела ставить и улики брать, да? Пиздец. Че, на уликах играем? Бля, надо тогда кого-то мейнить. Вон, щит 4, ол виден. Это вообще наш респ. Снизу не пройти, это только как-то вот так сверху обходить. Ну, если всех арбов собрать, можно его расстрелять. Надо за ним ехать, да, Вали, наверное. Ебать за куток уебищный, просто посмотрите на эту хуйню, ужас. Пиздец, блядь. Какая срань. Ебать мой хуй. Ставил, блядь.
что, по дулике ее качать, да, наверное, надо? Потому что что-то как будто... Так надо. Это во второй стек. Размеры хотя бы хорошие, да? Хоть денежка будет. Только нахуя нам эта денежка, пока вообще неизвестно. Пятьдесят 99, да, ну на. Серьезно. Фу, ну здесь как бы да, план на игру, чё, бля. Порталов нет, конс нет. На архах ты тут не выйдешь. Надо выращивать ангела, ставить ангела. Ехать в Али. Она уже прокачанная. Сильный воин. Эксперт стрельба 3-4. Лидерство. 35 арбов. Надо как будто ей ехать вот ну, через верх. Вот прям вот в этот щит прям ехать ей надо. Чё думаете? Блять, не разогнать, да? Сам виноват, глубоко зашел. Как будто прям ехать в этот щит. Можно пробить вот эту коробку, посмотреть, если здесь мясо. И начать собирать улики, кстати. 10-19, да? Блять, с ресурсом опасно, но можно, кстати, можно попытаться это пробить. Закрыться, да? Плотными юнитами у меня есть. Слушай, так надо бить. Блять, видите, не могу. Подозрительный низ. Здесь. Ну, разведаем. Просто мне... Блин. Просто мне нужно какой-то старт найти. Мне, ну, улики есть. Раз улик, два улик. Три улика точно есть. И Зефа. В принципе, может быть, этого будет достаточно, чтобы пробить ГО. Но все равно, как бы, выращивать ангела надо, да? Здесь справа вообще ничего не хочется трогать. Просто хочется на щит уехать. Видно там охрана этих кристальных големов. Они, ну, пробиваются на изи, блядь. Увольнять ничего не могу, блядь. На четвертом разгоне придется оставаться. Давайте смотреть. Ну, давайте смотреть, что-то еще искать. Пока, конечно... Ебать, там 11-я атака, ну это nothing special, как говорится. Еще улик есть, ну да, тут как бы, тут видите, как будто, бля, в улики играть надо. Бля, да как же хуёво. Ни порталов тебе, ни хуя. Надо здесь купить героев, выехать. Но для этого мне надо этого посадить. 300. Угу. Выехал, блять, да? Горы, понял. Понял, блядь, тебя понял. Не будет у нас, походу, архов. Но ангела все равно надо ставить. Да-да, я знаю, что кто-то из вас сейчас это скажет, блядь. Тут надо либо вниз ехать. Дай портал, блядь. Дай портал, заебал. Ну, не видать. Не видать портал. Не видать. Ну, надо ехать как будто бы вот сюда, мне кажется.
О, вот проход есть, да? Вот сюда еще можно посмотреть. Ну, тут как бы очень вряд ли, что что-то будет. Чудиков строит или отбил. Блять, хуёво. Тут сюда надо пробиваться, сюда надо пробиваться. А, подожди, вот же есть. А ну, давай посмотрим. Так, этого далеко, кстати, увозить нельзя. Я не открою. А, не, почему? На Last Move открою, да? А смогу пробить 59 ублюдков таких? На нулевой атаке. На блесе. На блесе, наверное, смогу. Ебать их тут. У меня минус мораль. Надо кайтить. Давай этого вообще, наверное, вот здесь сзади прямо ставим. Так, ну чё, Ивар? А, ну Ивар, да, Ивар тут всё. Ебать, гидры, улики. Ну да, тут пиздец, конечно. Понятное дело. Уёбки, ну похуй, жрите мясо. Ебаного мяса не жалко, суки ебучие. Нету нихуя ангелов, нихуя тут нету, блядь. Щит вот этот вывозить надо. Вот в эту коробку, блядь, надо нырять. Я хуй его знает.
префектуры, все, рынки, больше ничего смысла ставить нету. Шестой, блядь, день, шестой нахуй день, шестой день, блядь. Надо улики собирать, что ли, реально. Бля, как охота этот щит вытащить? На него два дня ехать. Бля, нету, вообще ничего нету. Все разведал, бля. Все разведал. Нихуя нету. Ну просто, ну просто, просто, блядь, ни одного портала, ни одной концы, серьезно. Надо улики собирать. Надо улики собирать, брать ангела, привозить сюда, брать эту коробку на Валеску, в надежде, что здесь мясо, и начать как-то в улики нырять. И выстраивать цепочку направо под улики. Под вот этот, с этого начать. Отсюда сюда, потом сюда, потом вывозить. Вот в этот улик надо будет. А здесь Ивар был, уволился очень зря. Он бы мог на конюшце сюда встать, я бы потом вывез на него, потому что это гораздо хуже Айне. Ну хотя она деньги приносит. А потом сюда, в этот улик ехать. Па-па-па-па-па, блять. Яйца в кулак. Пиздец. Этого можно под вот, не знаю, сюда поставить. Чуть не добегаю. Но за этим щитом я не могу уже ехать. Сюда ехать, блядь, только два дня, потом его вывозить, это пиздец. Я его, конечно, пробить-то смогу. Ну, это, блядь, не вариант, конечно. Так, мне надо дотянуться. Мне нужно либо где-то бочек этих поднять. Блядь, мне надо просто ангела вывозить. Мне вот эту хуйню надо дотягиваться. Сука. Уроды какие, смотрите, блядь. Ладно. Ну что, надеемся, что здесь мясо. Надеемся, что мясо. Страйкер зомби уфритин. Может быть.
Ты что, мораль, что ли? А, у меня же минус мораль. Так, чё я, бля, подожди. Нормально все. Блять, что ты сделал? Ёб твою, блять, ёбушек, воробушек, нахуй. Блять. Ну ебал я тебя в рот. Ну это нихуя не помогает мне, блять. Не, ну, сука. Ни одной концы. Нихуя нет. Ни портала, ни концы, нихуя нет. Какого ты? А у меня мудрости нет, толку от магии. Если магия была, все на хуйня. Ну давай сюда едем. Разгоняемся на ангеле, едем сюда. И выставляем цепочки под вот эту тоже, вот эту битву. Мне вообще на самом деле ее поразбить. И купить здесь, и выставить под вот эту боевку, отсюда начать. Потому что здесь вон ебанутые глаза, я тактику взял. Денег нету, да? Подожди, мне что-то на рынке, да? Ну, кстати, четко. Ладно, давай думать по цепочкам, да? Тут бы еще одного, да, поставить, чтобы вывести все сюда. Пробить вот это. Вывести сюда и закончить день вот на этом улике. Одного сюда надо ставить тогда. Ну, я не знаю, смогу ли я это все вывести. Смотри, у меня что происходит сейчас. Например, я вот так, ну, например, она пробивает, да, она пробивает, берет сюда, куда-то сюда вывозит. То есть мне здесь один нужен. Мне здесь один нужен еще. А я с рынка уже ушел, я уже, ну, не наколедую на одного. Ладно, пропускаем. Под архов. Да, блядь, два арха толку от них. Толку от этих двух ебучих архов, блять. Там денег пиздец на них надо. Мне от этих архов толку не будет. Мне просто нужен один ангел, чтобы начать собирать объекты. Я поэтому его отстраивал. Бля, давай вот этот чувак
найдет мне сейчас здесь консу, пиздец. Я буду супер рад. Или здесь консу. Нет, не хочешь найти, уебок? Блять, не хочет. Не хочет, блять, не хочет. Ладно. Сейчас подумаю, 5 сек. Я ж не вывезу, да, это налево. Три портала в углу, блять. Вот в этом? Вот здесь? Да порталы хуйня, мне концы нужны. Ладно, сейчас я думаю. Ладно, может не спешить, давай два возьмем и потом переставлю цепочки под левые вещи, ништячки. Все-таки воздух взял, блин, да? Из замка сюда, если... Отсюда я уже могу через замок сюда, да? О-о-о. Слушай, тогда нормально. Слушай, тогда нормально. А, вот это, да, еще? Не, не нормально, все равно. Но этого нет смысла. Вот этого есть смысл. У него мувов меньше, этот, может быть, что-то еще придумает. Вот здесь, блядь, ноль атаки, ебаная хуйня, ладно. Возьмем, не возьмем. 60-й бои зикатком нахуй. Ай, блять, не разбиться нигде ничего, сука. Даже здесь не разбиться. Надо здесь выстояться. Под разбивку и на выход ее. Бля, тут, ну, нужен был... А, так я двух это сам. Попа. Этим и пошел. Так, ладно. Думай, голова, думай. Блин, чуть-чуть у меня тут нихуя не срастается. Я могу вытаскивать, но это на минус бабки. Миф.
Хуя ебать. Девяностый, блядь. Две утки, бля, потеря. Ну так вообще терять не хочется. Тут может даже ангела залить на самом деле. Хуя ебать. Лучшие. Лучшие. Лучшие, блять. Лучшие. 20 уток, один ангел. И я мясика тут еще приберег. А мясика-то я приберег. А мясика я приберег, блядь. Ебать. Я хуже шустрый, как бла. Мясика-то я приберег. Еще и тут успеваем, блядь. Еще и тут успеваем. Ебать цепочки, нахуй. Но мне нужен кто-то сюда, на самом деле. Мне кто-то сюда на обмен нужен. Иначе не получится нихуя. Мне тут сейчас надо трейдиться, пиздец, блядь. Трейдиться, что пиздец надо. Сколько сюда ехать? 1300, нормально, любой может. А, не любой, мне сейчас нужны деньги на нового. А надо, подожди, сейчас мне. Да, мне надо цепочки переставлять. То есть это вот так. Бля, этого я просто хочу на разведку. Ну вдруг что-то найдем, а? Этот на вывоз нужен будет. Ну и хуй с ним, да, наверное, уже. Ой, бля. Мне просто наверх еще цепочки надо вставлять сейчас. Будет. Блядь, я это не вывезу, я отсюда девочку уволил очень зря. Ну как очень зря, мне слот нужен был. То чтобы зря. Сюда надо будет мне ехать. Это из замка, да, может любой вытащить. А почему я конюшни не поставил, кстати?
Че, сюда ставить на вывоз? Взял, пробил, пробил, подхватил, перехватил, забрал, в замок сел. Из замка выехал сюда, здесь поехал. Ну да, по-другому никак. Еще могу кого-то уволить, поставить. Кольцо вытащить, чест вытащить. Здесь поставить. Ну, здесь некуда продолжать. Ладно. Смотрим, что получается. Давайте здесь мы уж консулечку увидим. Сука, ты охуел. Ебать, что архов все-таки. Ехать за 4, блядь, щитом, 4 ол, блядь, и консой. А давайте проверим, вдруг маленькая. Ебать, она огромная, сука, я хочу ее. Блядь, ёб твою мать. Ай, блядь, как это вывозить? На какие бабки, на какой день, нахуй? Тут цепочки, блядь, так не работают. Да ебать, серьезно, нихуя себе. Двадцать восемь уточек. Но я это, наверное, не вывожу, да, тут. Хотя вывезу, ну пиздец, на минус да хуя денег. Тогда ни про каких архов, блять, вообще не может быть и речи. А если сейчас выставить цепочку вот сюда направо, наконюшенными героями, я могу попытаться вывести этих и на архах выйти. Только выставлять надо сейчас сюда, а выезжать сюда. Здесь еще улик добирать. А Валя едет под ГО. Вчера были 20-49, сегодня, да, сегодня все 50-99, сегодня все улики 50-99. Слушай, давайте на архах, я похуй, вообще похуй. Да, затащим еще щиток ебаный, и еще, блядь, еще на архах, блядь, охуенно все сделаем. Че думаете, давайте архов, блядь, так охота архов, пиздец. Но все равно, как бы, деньги, да, нужны на них. Но я думаю, хватит, 3500 дохода есть. 4800, всего потрейдим, еще что-нибудь сейчас пособираем, нагабанк ебанем. Денег, я думаю, будет, да, ну, достаточно, блядь. Да нет, да деньги-то, блядь, найдем. Ты что, братишка, деньги-то не про... Бабки не проблема. Вот вывоз вот этот. Вот это, блядь, проблема. Вот этот вывоз уже... Мы еще просто, ну, сейчас выходить не будем. Мы еще сейчас выходить тогда не будем. Ай, чуть-чуть.
Ну ты, да, можешь? Да, бля, не может. В замок сесть надо было, да? Так, и главное сейчас тут героев не затереть, то, что тут есть вон такие. Не, сейчас нет. Сейчас смысла в этой армии, она, видишь, она сюда не приедет. Тут ехать, видишь, сколько мувов. Тут ехать 3600. Тут один должен герой сейчас встать сюда. Два тут должно встать. Чтоб один забрал и два вывезли. Выход 1-2-3. 1-2-3, но с архами и вот этой коробкой. Нормально? Центр спылесосит. Не факт, что он выйдет вообще. Выход 1-2-3. Не, я могу сейчас, конечно, выйти. Но это потери на этом ГО, это потери. Ну, там прям приличные, блядь, потери. Я вам серьезно, там потери, ебанешься нахуй. Вот видите, чуть не хватает, жаль очень. Там потери охуеешь. Так. Этот без конюшни, этот может кольцо вытащить. И здесь взять. Этот тогда что, нихуя, да? Блин. Ну, мне хочется на архов поиграть, блядь. Ну просто хочется на архах поиграть, ну серьезно. Блять, что происходит? Отвечаю, что происходит, блять. Серьезно, нахуй. Серьезно, блять. Серьезно, ебать, копать. Серьезно, блять. 40, блять, уток. Че за хуйня? Каких 40 уток, блять? Каких, блять, 40 уток? Серьезно? Бля, ну вы че, вы серьезно собрались тут драться? На нахуй, чмо, блядь. Ебать, воин охуевший. Сорок, блядь, уток. Ай, блядь. И чё, выходить или чё? Тут есть чё пособирать. Один, два, два, выход, либо выход. За один день я не спылесошу, либо на один день позже, но с архами. Что выбираем? С архами? Здесь бы кого-то купить. Притащить сюда. Чтобы этот мог подетовать. Это пробьем, возьмем, передадим. Отсюда мы до замка, ну в любом случае, да, добегаем, возвращаем. Может даже вот это забрать будет. Вот этой девочкой забрать. Вернуть. Отсюда мне нужен герой сюда. То есть мне что нужно? Да, блядь. Да, нахуй, да. Уёбок. Блядь, затерли. С мясом. Персонажем. Пусть знает, блядь, на этих архов тоже денег, пиздец, сколько надо. Сейчас на эти цепочки денег ёбнешься. Бля, ну, наверное, нахуй, да, этих архов, чё скажете? Я что-то, я не знаю.
Я не знаю. Ну, я не знаю, но это пиздец. Лучше выйти, ну, блядь, выйти, да? 2000 мувов. Слушай, а я могу пробить? Я могу пробить, поехать... А, ну там, да, блядь, ну надо, наверное, выходить и доборы делать. Ну 38 муток, ну заебал, под хостой просто это нахуй буду аннигилировать. Хоть и пятая атака. Могу, если одного сюда поставить, щиток этот вытащить, кстати. Ладно, отказываемся от архов. Ну совсем невыгодно, совсем пиздец. Ну просто совсем пиздец. Ну по экономике еще ёбнешься. Ну прям, ну отвечаю. Лучше, блин, здесь как-то вот, ну... Сыграть получше. Тут и так, блядь, денег нихуя нет. Сейчас еще каких, блядь, архов идет речь, да? Лучше щиток 3-3 вытащить. Правильно ж? Я вот думаю, что правильно. Щиток вытащить, вот это вытащить. Одного под ГО поставить. Этого не могу увольнять, он дохуя денег нам может принести. Этого, чё, антирезурект взять, вывести. Ну, блядь, дорого этот антирезурект. Единички из замка будут? Хорошо. Давай хоть какую-то, хоть пятую скорость. Так, ну давай думать. Смотри, что делаем. Здесь бью, 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 бью. Этим подхватываю. Если что, ну, вывожу сюда. Если что, здесь подхватываю. Бью вот это, забираю. Передаю сюда. Этим. Ебашу сюда. Сейчас посмотрю, сколько здесь мувов. Пробил, пробил. Сейчас, сейчас. 400. Тут сколько? 2000. 400, 500. 600. Обратно 1200. 800 вывезет куда-то сюда. Здесь еще один нужен на подстраховке. Здесь вот так герой на подстраховке. Еще если бы одного уволить и поставить под ГО, было бы идеально. Ладно, бля, сильно ресурсы не хочется втрейживать, да? Подожди, у меня может где-то кто-то тут сидит еще? Не, не сидит. Одного еще под ГО, да? Одного под ГО поставил. Могу еще уволить, еще что-то взять. Че я тут возьму? Да все, уже взял все, что надо. Если здесь, бля, единичек нет, вот тут могут быть проблемы. Отсюда могу притащить на следующий ход единички. Ладно, пропускаем, смотрим. Продлевать, наверное, да, ну, в смысле. Прерывать, наверное, ну, пусть прерывается. Потому что мы-то сейчас выходим. Блять, доехал пес ебаный, ладно.
Блин, да ты мейн, что ли? Ну, мне сюда не надо, мне вот сюда надо вывозить. Ай, бля, чуть-чуть я тут. Ай, бля, чуть-чуть я тут нахалабудил неправильно. Это надо было в конце забирать вот этим. Блядь. Ну ладно, у меня там они конюшенные. Нормально. С вывоза можем немножко ёбнуться. Вот это я не знаю, могу ли я. Я тут и так уже не вывожу. На, хорошо, что туда не полез. Так бы, блядь, тяжеловато было бы. Так, все вывез, все, что хотел, да? Так, единички еще нужны. Так, ну что, поехали. Нормальная атака, все хорошо. Хасту даем. Не знаю, гига собрать, не брать. Ну, на всякий случай, да, если что, чтобы там что-то танкует, бля, вообще. Хаста есть, все есть. Минус мораль есть, все заебись. Боевые машины есть, атака, защита есть, поехали. Единственное, конечно... Чё, давай сразу одного подставим. Только надо одного постараться. Тут как, блядь, двое, да, тут? Вот это надо было, кстати, вот так можно подставить. Вон двухгексовый, в него полетят сразу. Все, остальные нормально. Так, ну и смотри, что делаем. С этого ответку. С этого ответку снимаем. Блять, страшно. Хилка есть? Есть. То есть у меня еще на одно заклинание. Че, ну вейт, блять, и ждать. Вот так хас дал, по факту нахуй не нужен был, все равно не обгоняю. Будут раз, два в боевые машины залетать, скорее всего. Мне похуй, смотри, залетает в ангелов, блять, залетает в гигасов, ебнешься. Вообще похую им, да? Ну ладно, давай снимать ответку. Хорошо, что гигасов взял, да? Впитали урон. Ебать, сейчас, ну минус ангелы тут все нахуй, да?
Да, и уточки тут страдают, а что делать? Это, кстати, засейвило его. Это, кстати, его засейвило. Ха-ха-ха, 4 утки, похуй вообще. Похую мороз, блядь. 4 утки, хуйня, блядь. Не потери, отвечаю. Сейчас их, блядь, восстановим. Камнекожа, маны не было, я, если уток бы эту самую бы сделали, вот эту вертелку ебаную, я бы их мог хилкой спасти. А если бы кинул камнекожу, у меня маны бы не хватило, поэтому я не стал ничего кидать. Да ебать, серьёзно. Блять, арты не забрал. Ладно, этот возьму. Хватит. Вот и потери. Вот и потери все. Восстановили нормально. 41 утка, ёбаный нахуй, да? И чё, куда ехать? Сюда, наверное, направо по такой структуре. Ебать, птиц. А, кстати, не факт. Ебать, может, блядь, и слева здесь. Пиздец, походу не туда еду. Блять. Да не, ну это в центр должно быть. По идее. Надо разбить его где-то. Можно, кстати, что-то купить и пособирать. Раз, два. Он окупится, на самом деле, здесь покупка героя окупится очень хорошо.
Это прикольно. Ей с воздухом ее увольнять не хочется. Сейчас посмотрим быстренько, что кого можно. Вот этого, да, можно. Бля, он охуенный. Он тоже тут пособирает. Ладно, не буду ничего въебываться тут. Так, ну поехали, смотрим. Бля, улик. Утопа. Бля, ну тут доборы, тут надо... Тут надо не нырять, похоже. Тут надо, похоже, нырять сюда. Единица, тут нужно доборов сделать. Так. Чё? На архов еще оставляем ауты или нет? Бля, выбил утку, да, ублюдок? Сука, мразь. Ладно, восстановим потери здесь. Бля, выбил. Еще утопа. И вот он, да? 5-9 седых. Слушай, так мне надо, наверное, в утопу его накрывать. В утопу его накрывать. Или что, или эту утопу. Я просто думаю, я могу эту пробить, выехать. А вот этим, ну, этим книжку не куплю. 1-4, 5-9, да? Просто, скорее всего, Вали хочется накрыть, там хоть какая-то мана есть. Плюс, как бы, это утопа. Единственное, видите, доборов особо нигде нет. Да и мне больше не дадут, вот это можно вывести. Так, ладно. Здесь хотя бы хоста есть, да, и книжка. Так, сейчас. Два артефакта. Это чё? Но он уже не 2000-ный, да, уже 2000-ных нет. Так, делаем вот так. Это не смогу.
Это пока тут оставлю, если что довезу. Поехали, ладно, в утопу. Это не знаю, буду брать, не буду, сейчас посмотрим. И накрывать надо по-любому. Стоп, а арты ты передал? Ух ты, ёбаный, блядь. А где арты, нахуй? Ёбаный ты хитрый ублюдок. Закрысил арты. Это опыт. Циклопов снять. Ангелов тоже. Скормим вот мясо. Какая, кстати? Единичка, двойка, нормально. Ангелов не берут, циклопов не беру. Мне они нужны на финалке. Ману тратить тоже нельзя. Десять уток, ты что, ебанутый? 4-5 хуярит, блядь. Какие нахуй 10 уток? Так, с зеленого снимаем ответку. Бля, щит, ну не могу давать щит. Ох, с удачи, хорош. На нахуй. Ну, 3 утки потерял. 4, блядь. Воздух, блядь, сверху. Не, блядь. Как понять размер утопа? Сейчас после этой расскажу. Ну, на нее наводишь, если внизу 10-19, это единичка, двойка. Если 20-49, это тройка. 59. У нас, блядь, соло-стек. Ну, утки, если с хосты залетят в чудиков, мы их, конечно, ебанем. Но, блядь, они должны залететь с хосты в чудиков, нахуй. О, кстати, это очень хорошо. Чё, посмотрим, что там у него. 11 маны, 5 седых, блядь. Нормально, разъебашим, блядь. Разъебашим, надо сейчас единички покупать. Ну, не успею сейчас тут это самое КВ поставить. А смысла нет, у меня 11 маны. Тут бы единички выбить вот эти, нахуй. Вот это было охуительно. Еще уровень ему дали. Тут вот единички как-то бы выбить. Но как? Но как? Больше просто доборов нет, ничего принести не могу. Слушай, а эту обувь могу вытащить? Слушай, а обувь? А не, ну тут делать нехуй, надо нападать сейчас. Больше я ничего тут не добираю. Сейчас, кстати, бля, масха, сколько мне надо? Ух, ебать, 7000 опыта. Да ничего больше не вытащу. Я думал, может, эти ботинки как-то через ДД. Ну это 30 маны, герой, вся хуйня. Вот это тоже тяжело, да? Это сколько? Мувов. 1500, так у тебя еще и этот самый поиск пути, блядь. Ну, нападать надо, да? Чё думаете? КВшку, блядь, ставить куда? Ну, вместо морали у меня и так максимальная. Да-да-да, книгу поставил. Вот это пойдет, это все пойдет. 2-1-1. В соло-стек. Может, вот этих удалить и циклопов сделать по одному, чтоб единички его...
разъебать. Мне все равно толку от этих циклопов. А так смогу его единички законтролить. Че, поехали? Нападаем. Статы у нас, ну, примерно равные, очень хорошие. И у него, у меня... Жаль, масхасты нет. Вот это, конечно, из обидного. Ну, поехали. Так, и там тактика, у меня тактика, да? Тогда вот так делаю. От берсы. Двенадцатая скорость. Ну, вейтимся. Блять, нам просто нужно утками заехать, блять. Просто надо утками заехать. Да маны нет, мы ж чекнули. Привет с Канады, нихуя себе. Привет Канаде, привет. Так там вообще сейчас у вас утро, да, наверное, в Канаде. Канада, это хорошо. Так, ну чё, пробел. Если он дает масло, он сам может заехать, да? Если он хасту дает в медведи, он на следующий раунд может заехать. Телепорт, что он может хасту дать? Могу ли я хасту дать? Но если я хасту даю, я все равно ничего не делаю. Пробел я жму и жду его атаки, правильно? И на следующий раунд я даю хасту и перегоняю медведя. Давай так, нормально. 12-12. 12-20, понял. Масс-щит. Ну, это нормально, кстати. Масс-щит нормально. Ну, у нас масс-хаст, блядь. Мы 9-й атакой, конечно, по 4-му дефу. Мы нормально зарядим. На 2 медведя точно зарядим. А я могу еще, знаете, что сделать? Я могу ангелом ответку... Нет, ангелом ответку не сниму. И у него еще на хасту есть. Да? Я вот так могу сделать сразу. Но если он хастанет, он меня не перегонит. У меня... А, не, перегонит. То есть он может... Подожди. А, так а почему у меня утка первая ходит? О, у меня утка первая ходит. Ебать пизда ему, блядь. Ебать ему пиздец, блядь. У меня утка первая ходит. Он завейтился, у меня утка первая ходит. Я просто, блядь, залетаю сразу, блядь. Слушай, бьет на одного? Одного, блядь, серьезно? Одного? Че за хуйня, ебать? Одного? И с ответки, бля, у меня тут пол уток. Ну не, ну не сколько у меня тут уток умрет. Блядь. Одного, блядь, всего одного ты заебал. Мне надо ответку как-то снять. У меня ангел ходит. Он может даже хастануть своего чудика и сюда заехать. А, одного. Снятие заклинания у меня нет. У него же это самое, ебучий щит, точно. Два раунда надо. Два раунда надо хуйней пострадать. Бля, или вейт. Вейт. И он этим убивает ангела. Блять. Слушай, интересное решение сейчас. Или просто залетаем на похуй. Или просто залетаем. Минус одного, минус полтора делаем. Бля, вот снятия нет заклинаний. Минус полтора делаем, а он нам сколько убьет? Ну три утки убьет. Да похуй, ладно, залетаем. А ангелами сюда тогда, да? Проклятием уже понимаю, да. В лес и залетаем. Либо отлететь, но он может хасту выписать. Или масло выписать.
Надо как будто залетать. Ну, блес, хуес, не могу. Ладно, залетаем. Удача есть, мораль есть. Блять, с удачи, на нахуй. Минус 3, блять. Минус 3, ебать, 900 урона. Ебо, блять, нихуя, ебать, не сделаешь. Ну, конечно, да, уж у меня, блять, удача на максимум. Бам, просто, блять, жестко. Это жестко, блядь. СПС. Сразу на минус 3 седых. Бум, блядь, шакалака. А у него тоже ГО, смотрите, 59-99. Только у меня попизже ГО было. У меня-то ГО попизже. У меня-то ГО попизже было. У меня грейжены. Ну вот решение правильное. Потому что с этими двумя седыми, ой, пятью седыми, на таких статах он мог эту утопу хлопать. А потом мог ману себе восстанавливать. Ну хотя не знаю, что бы он вытащил. Ну может быть, я эту шапку вытащил, потом у него, блядь, 70 маны, и он тебя воздухом ебашит и охуеваешь. Ебать, тут утоп, пиздец, конечно. Ебать, одни утопы. Слушай, ну нормально. Давайте глянем, что на респе было. Ну это Макси, понятно, ну понятно. Понятно, что вы, ты максимальная. Конечно. Конечно максимальная. Конечно максимальная. В жопе, блять, самой, где я тебя найти нахуй не мог. Конечно ты Макси будешь, блин. Конечно ты будешь Макси. Так, ладно, интересно, что здесь 6 денежка. Нет, смотри, вот так вот, да. И вот он минимальный улик. Ну, ничего страшного. Вот этих сколько? Ну, 32 должно быть. 22. Значит, тюрьма не очень будет. Сейчас чекнем. Левый угол, правый угол. Сейчас все чекнем. Вот меча, конечно, не хватало. Вот это приятно. С диплой, на самом деле. И 120 маны она вообще могла зафиналиться. Потому что 120 маны, если бы она там дожила, да, тут где-то под разбивку и просто на цепнушке, блин, вжаривать его. Не, ничего нету, видите здесь. Здесь пустота. Тут только в одном месте одна конца и все. Просто в одном месте. Вот это интересно какая. Ну хорошая, хорошая, жаль не добрал. Ну в принципе она никак бы не это самое. Не сыграла бы свою роль. Но блин, везде, видите, весь респ просто. Весь респ закутили, блин. Весь респ облазили, весь респ осмотрели и увидели только улики. Ну и на самом деле правильно, что начали улики собирать и выходить. По-другому тут... Тут по-другому не выиграть. В центре... Ну сколько их? 70? 94! Вау! Вот это хорошо, что не было нападения на этот. Еб, 20 тысяч опыта. Что, больной что ли вообще? 20 тысяч опыта. Вау! И тут 20 тысяч опыта. Нихера себе. Да, вот она, видите, какая развилка здесь своеобразная. Вау, пятерочка. Мясо. Вот мясо, конечно, под утопы. Вот в эту утопу хотел я лезть. Кто спрашивал, как понять, какая утопа? Видите, внизу написано. Охрана. Утопия драконов. Охрана, двуточие, группа 10-19. Вот это значит, что это утопа 1-2. Если будет написано 20-49, это утопа тройка. Ну, а у топа пятерка здесь сразу 5-9 черных драконов, 5-9 золотых драконов. Вот так вот вы теперь знаете. У топа двойка, ну, в принципе, то же самое, что вот это. То же самое. То же самое. Нас она не выручала. Вот это интересно было бы пробить. Чисто за то, чтобы мясо здесь получить. Но здесь двадцатка, вау. Просто коробки все на 20 на опыт. Ну жесть какой-то. Вот это хотел я через ДД прыгнуть там. С небольшими потерями пробить. Но не было 30 маны никого. Ну шляпа. Тут все шляпа. Вот это может быть, да? Ну 20 тысяч денег. Ну ладно. Ну такие плохие доборы. И он, видите, выходит. И у него прямая дорога ко мне. Ну не ко мне, а до того, кто здесь. И все, в принципе. Вот такая катка получилась. Хотелось архов, честно скажу. Очень сильно. До последнего пытался этих архов поставить. Но не поставил. И на самом деле правильно. 68. Вот это тяжело. Сколько у них скорость? 8. Слушай, понерфили? Мне казалось, у них 10. Ну, повезло с размерами у объектов. 70 уток могло быть в центре у нас.
Фу, неплохо, неплохо. Да, еще можно было их загрейдить. Деньги были, архов можно было загрейдить. Что здесь за свиток? Силовое поле, понял. Держи меня в курсе, как говорится. Неплохо отыграли. У него Зефа конца. Зефа не добрал. Плащ плюс 2 скорости. Вау, он его не взял. Еще конца. Нычка чудиков. 5 седых выход. Еще конца не увидел. Домашнего топа. Вау, слушай, у него вообще был бы вариант с домашнего топа выйти. Вот на таких статах, да, там, да, слушай, нормально. Слушай, вау, вау. Так у него там циклопов. А чего? Он же напал, у него циклопов не было. Что, КЗ? У него КЗ? Можно посмотреть его укач, его персонажа. Неплохой кач, единственное, вот это, конечно, минус. КЗ в центре, ну окей. Чудики. Нормальные статы. Щита, щита нет. Чудики, выход. Еще чудиков задемонил. А почему? Потерял, наверное, что-то на ГО. Должно было тогда быть 6-7 их. Седых имеется в виду. Ух, уже два стоят. Единственное, у него минус. Он ни одной зефы не вывез. Вау, я не знаю почему. Это очень странно, потому что эти зефы, это ж вообще забей. Плащ плюс 2 скорости. Наверное, что-то тоже там пошло не так. Так, ну что, друзья, вот такая катка получилась. Очень приятный касл. Даже несмотря на то, что без архов, хоть, ну, зато хотя бы с аутами, да, хотя бы улики большие, мы начали в них нырять с ангелом. Ну, касл он такой. Он, если архов нет, ты просто отстраиваешь ангела и начинаешь сбор уликов. Неплохую экономику поставили, неплохие деньги, ну, нашли, как бы. Рынок на первый день позволил нам разбежаться, хотя, ну, в очень приличном минусе 5500 стартовали. Я предпочитаю, конечно, стартовать в плюсе. Вот такая катка получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь. И если хотите смотреть катки в прямом эфире, переходите на Twitch, либо здесь на YouTube. Почти каждый день.